Я погрелил, пивка попил. Еще попиваю. А ты, короче, допинга принял и готов в бой идти, да? Да-да. И еще пивко. Пил вайсбир. Ну, это типа. Ну, вайсбир, короче. Сейчас черное пиво. Короче, микс. А, вайсбир — это дрожжевое пиво, пиво, наверное, по-русски. Короче, мутное такое. Темное, но. Нет, нет, не темное, оно светлое, но мутное, короче. Не фильтрованное. Не фильтрованное. Во, да, не фильтрованное. А я сегодня джина попил, кушал сверху и ничего не отхватал. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, как погулял? Отлично. Супер. Мясо пожрал, пиво попил. До сих пор пиво пью. А? Я же завидую себе. Погода говно. Так вы у них же Октоберфест, да? Или что, подожди, или что? Не, не Октобер, а что, Октобер, Октобер, да, с октября начинается, да просто, да? Конечно. Вот на Октобер я хотел бы попасть вообще очень. А, Октобер, да, но это на юг надо ехать, потому что там все мероприятия на юге начинаются. Может, как-нибудь... И съезжу. Было бы неплохо, слушай. Сначала у меня собраться на севере Германии. А потом, потом туда? Всем на юге Германии, да. Не, кстати, да. Ну да. Да, в принципе, на машине что там 600 километров по автобану, это быстро. 5 часов. Так а мне, мне даже билет купить до вас на самолет, там через Вильнюс очень дешево выходит. Да, там евро 100 с чем-то, да, стоит, по-моему? Да, 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 это можно и менее дешевле найти, если попасть. Да. Да. А что ты сделал этому боту на складе? А. Нет, не сделал. Я пришел, включил и ничего не делал. Там порт есть, нету? Порт? Не знаю. Ой, я в деловом. Да хер с ним. На следующей неделе Пасха уже. Да, у вас же начинается 30-го, да, по-моему? Ну, первое. Следующее воскресенье. А, с 30-го по 1-го, да, точно. Это значит, что будет что-то интересное. Толчок. Но мы, скорее всего, будем вблизи, будет мясо. И начинается май. А май — это значит, что весь сухой май будет проведен в лесу.
Ну да, как раз уже в это время обычно на православную Пасху там тепло очень. Так что да. Ты там это выбрал Song Request. Да, вот включен, но не работает. Короче. Теперь ты говори. Да, у меня персонаж зеленый. Зеленый? Сейчас прогрузится. Перезаходить надо. Да, походу. Что? Чё это? Какая-то голая женщина меня просто приехала, убила двоих, убила троих, убила четверых, вообще просто. Блин. Я ведь тоже могу атак взять. Он этого не понимает еще. Он это не может. Блин, что-то вот чем-то хочется заняться, ну то есть как бы нужно чем-то заняться, спать неохота. Играть вообще не может неохота, а абсолютно. Ну посмотри. Блин. Я кино пересмотрел, чтобы шло найти что-то интересное. А тут один знакомый иностранец. Ща. Взял, ну ни хера себе. И чё, сиди там. Мы подождём. Не убил. Да-да, сиди, все нормально. Чувака, или атак, или кемпа со вторым этим, блин, компенсатором. Что за жесть? Бля, это пиздец просто. Зато он с атаками минус 4 сделал.
Он, наверное, его фишка вообще. Атаки или геймпад со вторым компенсатором? Компенсатор же на кемпе открывается, вот он и думает, раз там открывается, а-а-а, значит нужно его воткнуть. Ага, вот оно что, точно, точно. Блин, а я что-то не догадался. Может тоже попробовать? Третий компенсатор. Третий, точно. Тогда 14 кемпа открывается, там третий этот открывается, да? Я не помню. Эту я покурю пока, да. Давай, ну у меня 30 секунд. Ну ладно, я подожду. Ну я быстро. Так, что бы взять? Свою эту херню? А возьмем ее. Акеми? Акеми. Алло? А что? Интересно, нельзя ли сначала идти курить, а потом, короче, заходить в игру? И звать. Ну вот два атака. Я с товарищем играл в 2011, 2012, 2013 году. Он всегда, короче, позовет играть. Ты зайдешь, пообщаете, мы пообщаемся, и он такой, блин, я пойду покурю, короче. И уходит. Полчаса. Я, чтобы сначала купить эту карту, ты так же делаешь, короче. Ну что, не полчаса, а то. Быстренько на балкон, тут сразу за подполком будет. Так, один, они респнулись на них. Обоссать не пробовал, кстати? Пробовал. Не очень. Бросил, потом кое-кто мне подорвал просто голову. Ой. Я подумал, его нахер. Пойду покурю. Так мозг вынесло, что ну его нахер. Опять спал на ЕС. Я 8 лет курил, и уже 8 не курю. Ты ж какой молодец. Ну чё, так 8? Да? Ну там, блин, сигару, по-моему, один раз. Но сигару это не затяг, это ж так чисто, короче, поджог, грубо говоря, и сиди смотри. Вот, и, ну, иногда, короче, травку, и, ну, это не считается. Thank you.
Вот это значит не считается. Блин, я фиг пойму, это оружие, оно как трабл-мейкер или что? Да нет, нет. Короче, оно точки. Я сам не пойму, что это. Ладно, пошел я смотреть. Куда че? Давай, удачи. Так, ну тебе. Питер у нас так пугался, что я хуже всех играю, походу. Меня порезали все на мостике СВ через дорогу. Там наборчик. Там гедра болит, да? Тебя сзади еще, сзади на исте. Тут прямо, за мусоркой. Вон дальше. На углу тут. Намазал гранату. Лол. Окей, он ушел, сори. Блин. Я что-то подумал, что он там за углом, он успел убежать.
все так быстро. Я хочу, чтобы во рту оставался честный вкус и горит. Мне очень дорог твой взгляд. Мне крайне важен твой цвет. Я умираю, когда вижу, точно вижу, и некому след. Замороженными пальцами в отсутствии горячей воды. Закормаженными мыслями в отсутствии, конечно, тебя. И я застыну. Там один на скаут поменялся. Один центральный вход. Второй центральный вход. Горит, походу. Кеми, ты тут? Тебя не слышно, ты микрофон, наверное, выключил. Блин. Меня снизу. Эй, Кеми. Почему вот, когда я только начинаю сажусь за компьютер, у меня начинаются звонки? А, ты по телефону говорил? Я думал, ты как обычно микрофон выключил, забыл. Нас троих убили там. Только сажусь, сразу звонок. Сразу звонок. Блин, у меня тоже так тупо там убили. Но... Давай, может, груз выбьем? Да. А тут внутри, наверное, на лайс пойдут. Может, кажется. А нет, нет. На ист. Давай. Меня уже злость берет. У меня груз телефон. Все, готово, груз. Красавчик. Он прям передо мной в машине респонулся, 3 патрона. У тебя? Где? Блин, я 5, это не круто. Телефон у меня наверху, на углу лежит. Так, снайпер или кто у них там? Yes. Ля, у меня наверху, наверху, на углу. Втором. Вот тут вот, смотри. Да я вижу. Он не идет что-то. Груза брали, нету груза. Блин. Где груз? Тут, вот справа, он. Справа. Я на углу. А, у тебя там еще дальше по дороге. Могу резнуться вот тут, вот смотри, метку поставил. Так да, там тут чувак, снайпер.
ничего не сделаю, я ничего не сделаю. Ладно, на точку надо ехать. Блин, а. А что он написал? Ты увижу. У чувака этого и там. Ну, ник. А, господи. Ну, походу... А, вот они подъезжают. Вот опять! Опять! Вот он. Вот у этого и там. Да, и там. Ой, ушел. Ой, бля, сори, чувак. I'm sorry. Троих убили. Печаль. Эджа ставит. Лол, столько дефиля в итоге, как-то так глупо слили вообще. Жесть какая-то. Блять, что за пиздец какой-то, реально. Писи. Да я в чувака только что столько шотов дал, ему хер бы что вообще. Ну, лажа какая-то. Я имею в виду свою эту, блин, а у нее целый вечер был, чтобы со мной поговорить. И вот только я сел за компьютер, надо... Началось? Да, все, на мосту, на ЕС. Да, у меня брат-близнец. Я застрял. А ну за звонком мне надо. Тыкаться нужно. Восемь пять точка, точка 85. Да я пока точку убил, так это меня навел. Васа какой-то. После меня. Там груз будет. Васа этот сам прошарен. Я не успел. Терпи. Я не знаю. Пусто. Я только вышел, а мне за секунду снял. Груз там, да, лежит? Да. Аркадия, смотри. Побей, смотри ты. Катаемся вниз. И что мне конца?
меня двое. Уходи. Двое, тут 1.75. Окей, вижу. 8.5. Нет? Хлам, вон в хлам. Он не читак по случаю дает. Да, я тебе говорю, он, блядь, за секунды меня заливает. Просто вот, только я появляюсь, он ровно за секунду все заливает. Меня, я тебе отвечаю. Вот этот вас. Потому что, ну, я быстро тоже сдох, хотя не так вот его. И он, я смотрю, тебя так присел, убил. Не, ну сейчас то, что я был 8-5, ну ладно, ну сколько раз я до этого против него уходил, у меня просто... Сейчас с интернетом снова. Что за ерунда? Бежим целоваться! Он не подъезжает. Нет, брат в АПБ не играет. Вот мудила гребаная. А он... Я прикинь, я резнулся, я серый, он уже в меня стреляет, блядь. Что за херня, блядь? Я сзади, да? Я не могу, я не подойду к точке, он меня будет это контролить. Специально на расстоянии. Да в парке на Н. Вот в машины сел. Я груз, я не пойму. Со стекол идет село. Нашего. Что? Я не понимаю, где груз. Я тоже не могу понять. Странно, 40 секунд остается, они бегают, где попало. Вот ты послушай на это. Я слышу. А, сумка, вот, окей. Они кончат машину. Про меня или про кого? Дым от грен не убирает, потому что уже не работает это. Разработчики решили это убрать. Когда фикс этого появится, может быть, заработает. Может быть, появится такая возможность исправиться там, в другом файле. А пока никак.
я твоего вопроса не понял. Евроак бросил. Это очень непонятно. А, окей, это тут? Окей. Он по телефону говорит. Непонятно, он у меня или у него? Нашего спилит, походу, да, точнее. Ага, нет. Спасибо. Им там разошелся. Fuck you. Ой, ладно, он поймет. И у меня тут на точке Е. Двое у меня. Привет. Да, я в апреле родился. 5 апреля. Так, ладно. Опа. Чувак углит. Попробуем. Ол. Он же тут только что был, за этим его. Был... 5 апреля? Че себе? Ну, так и
Гранат большое преимущество. Блин, меня бзик берет от нее уже, честное слово. Сейчас уже час ночи. Да, по твоему времени. Блин, у меня уже все. Блин, все точки забрали. Да, я точку Г рисовать. Да ёбарзе ты, я только положил трубку, я только положил. Не отвечай пока. Кеми, рисуй, рисуй. Рисуй, я прикрою. Да, сегодня Земфира. Пока Земфира. А потом посмотрим. А чё, Лилу один, что ли? А, он один. Окей. А чё он это? Не пишет ничего. Уже скоро. Блин, у меня это звуки от пуль, надо себя убить. Рот бросала. Че с Лилу? Он. А, все окей. Алло? Алло? А чё ты там один-то был? У вас же четверо было, все разбежались? А, окей. Нажимаю, а Кими там что-то у него... Постоянно к нему там три звонит среди ночи. Сейчас я к нему среди ночи. Ну, всё. Ваня опоздал? Да я вот недавно так пришел. Трест-тест. Пока. Нет, тут на стриме говорили, не берили лук пати, нуб скол здесь. А, Джей-Зи? Так, так. Что там у вас было? Джей-Зи, который? Нет, не Джей-Зи. Не знаю. Ну, не бери тогда. Чё, да ладно, да это не, это шутка же. Типа там... я позиционирую тебя с себя, что ли, как тот. Кто-то понадеялся, что я переборщил с оценкой. Да не, я думал, он подшутил просто. Нихуя. Две спортивка. И Джей-Зи. Джим, я. У меня. Ну чё? Меня тут прижали. Shadowplay есть. Блин, я тебя плохо слышу вообще как-то. Да, ты тихо слышишь. Да, потому непонятно. Я тихо говорю. Нет, ты тебя тихо слышишь. Ну так же сам. Не знаю, если я сейчас чуть-чуть не слышу, то я не могу.
О, классная песня. А, нормально? Пойдет. О, что я начал говорить? Всё? Этот. Лаем? А, это эти, которые груз таскают. Блять! Этому дачё все в сборе. Что я забагался, лол. Так. Как так можно было? Мне машина толкнула, забагался по ней. Она с чего груз приведет, интересно? Да я сказал, что ты ж почтил. Лил Ред, спасибо за фоллоу. Окей, ми, нас, короче, миссия. Подожди. Ты поговорил по телефону? Да, я сказал еще раз, он не доберет, я не знаю, что снести. Че, с бабой расставание круто? Да не расставание, и долбит. Меня задолбали машины, кстати. Че ты такой похуй сделал? Пассажирская дверь была наполовину сделана. Я говорил, что у меня 5 апреля было день рождения. Блять, дали мне ухо. Сегодня нету у меня дня рождения. Я дробин, так там? Так. На этой машине стрёмно заезжать туда, конечно. Ладно, блин, мне посоветовали с Томиком поиграть, что-то так. Вроде даже нормально. С Авиком? Я его не до... Томика. Я его не дооценивал вообще, кто это шняк думал. Тип, спасибо за фоллоу. Надо будет как-то с ним поигрывать вообще. Теперь у меня появились, так сказать, не еще на одну больше пушку любимую. Ты про что? Да там мега, нормальная штука. Так, машина, подожди. И обей бронжи недооценивай, то мега недооценивай. Спасибо, спасибо. Но вот по МГ на самом деле здесь. Поехали. Ранен? Да, конечно. Долго еще? Долго, долго. Да я бы не сказал. Блять, ну вот этот тип мне всю миссию присутствует на этой машине, блядь, типа. Жить не дает спать. Я спину. Машина не видит, кстати. Ну, у меня спаун за 300. А, это... У меня суть. Лол, так... А, они, короче, не на точке, они у меня тут двое были. А у нас один на точке. Кто это? А Кеми, тебе тут Ахиллес передает, что ты Лолита. А. Лолита. Моя Лолита. О, Джинка. Опа. Жимка. Нормально, там себя тегнул, я ему фулдал, он умер. Да, хрен его знает, как он на русском звучит. Может быть, коготь. С глушителем Джокер, который... Ахиллесик. А, вы против слайма играете? Блин, как жалко, что меня на этой миссии. Слушай, они меня просто масухой давят.
Вообще жесткие чуваки. Вы 3 на 3, да? Он вообще охуевший. Да, 3 на 3. Придурок какой-то. Мою горевшую машину он пытается заминировать. Окей. Клакнем в руки. Так, машина новая там резнулась. Кто возьмет? Барон возьмет? Ну, посмотрим сейчас, кто возьмет. Я один на... Блин, я зря на состыдно. Блять, они эту машину жмакают. Она постоянно горящая. Она уже горит. Не облок, вообще, может, еще не успею. Последние. Хорош. Тушот. Так, а... окей, Визи, давай. Меня за 700 метров легко догонят. Так что давайте кто-нибудь подгазовывайте меня, что ли. У меня тут сверху онлайн-трансляция была. Так, давай я его починю. Момент. Давай, чувак. Все окей. Починилка у нас есть. Так. Либо нет, или как? Мода. А, это вы между собой. У меня ощущение, что меня уже ждут на тачке. А, нет. Отлично, молодец. Пини, мишени он. Первую везет, называется миссия. А, это на этот фургончик, что ли? Нет, да. Это подобрать и положить на точку. Кто больше набьет. А еще и времени 10 минут, нифига себе. Привет, Лейтс. Блять, сзади, сзади, сзади. Ну я говорю, он же нас не слышит. Ну, вроде повез. Вроде все хорошо. Значит, они там поменялись. Там одни дроби, нифига себе, они. Короче, это. Серьезно. Серьезно, что ли? Да. Альтап нажал. Проехал. Ну. Ладно, возьму томиган побалую. Баста. Уже боюсь, что кто-то на машине подъедет, меня сейчас убьет. Заставит тоже передает Кеми, что ты Лолита. Кто? Вот это я уже не знаю. Ну, неважно, ты Лолита. Да вот давай, это вот принимаю. Ну, ладно. Кеми, осторожно, пригнись. Я? Ой, Кеми, блядь, тут, тут. Да, я, тут, тут. Я взял, сел, короче. Же. Выиграли? Нет, нет, у нас груз еще, еще тут надо держать его. Так я взорву, так. Не выходи. У меня уже рядом. Ты на Патриоте играл, Кеми? Скарлет. Ты спрашиваешь, нет? Патриоте, ну, играл там. Скарлет, у тебя ник был такой? Нет, нет. Нет? У меня тело. Нет? Значит, нет, они нет. Путают какого-то другого Акеми. Тегнуй немного. Где? Я не могу выйти отсюда. Все, убили. Окей.
Они просто с другой стороны сыста могут зайти, вот как сейчас заходили, и груз просто сберете. Да они отсюда, наверное, и будут. Окей, мы будем надеяться. Наверное. О, классная песня. А, нет, с под мостом. На инкассаторе. А Кеми, можно тебя убью от пятерки избавились? Пожалуйста. Да. Иди сюда. О, ко мне едет. Не, подожди, ко мне едет. Тело ко мне едет. Подожди. Походу у тебя все будет сейчас. А их двое. А, да, как я сказал, сыста двое, короче. Блять, что? Как наш пропустил? Блин, я не ожидал сзади. Я тоже не ожидал, мне сзади пришли в ухо надавали просто. Но говорил, что они сыста придут. Ну, там наш был, я не понимаю, что там. Как он вообще умер, это вопрос большой. Все, минус. Где же? Под мостом. Нет, брат, на следующий раз. Так. Нет, пока никакую песню не поставлю. Пока мои песни играют. Так что, сори. Так, третий у вас там, наверное. Ты убьешь его? Помочь? Я не знаю, он крысит. Блять, не держит пробу. Отойди. Я брошу, и он трогает. Окей, у меня один, хлопани, пожалуйста. На углу. Ничем не хлопана один. Меня убей. Нет, не... А. А на машине. В смысле, но он ее уже развернулся. Ведь осталось. Эй, подло было. Чё подло? А у меня один. Я ему на 3 сдал. Какими ты гостя? Понятно как? Весь закрылся тут внутри. Внутри тела. Не, противник пишет. На один я шот, два не... шота. У нас сзади защита. Блин, я залитый просто. Двое их там. Я обхожу, не заходи, я не помню. Заходи внутрь. Просто стой наверху, подожди. Пока пошли стоит. К нам, пошли к нам на ту сторону. С грузом тегали. Окей. Ложи груз, я машину разобью. Давай. У меня заправка тела. Блин, а чё у меня с пингом? Пинг 200. Фига себе. Да нет. Блин, вдвоём разобрали. Волочь. Бля, тут район ужасный вообще. В смысле? Чего? 23-32, а, да. Не очень, а есть что-то получше? Ну, вроде дает же, тем более вот топ... псевдо-топ пачка. Ну, давай. Слоем. А, он тут один и да, он же один. Ой, что-то надо. Скажите, как там у тебя? Падай. It's great to have you with us, homie. Now we're really gonna shake things up.
Я сейчас немножко битрейт пониже, а то у меня проблемы с интернетом. Да чё, Лёл не стримит, пока ты стримишь? Не знаю. Он 200. О, сразу пинг попал. Да, у меня что-то с аплодом в последнее время. 2500 сам раз пока. Качество картинки не сильно поменялось? 2500 и 3200. Потому что у меня 3200 до этого было. Я думал, сейчас красиво тебя замечу. 8.5, да? Ну да. Слушай, мне кажется, или Томик попить? Вы, ребята, вообще, что вы юзаете? Он вроде теперь не с такой отдачей. Что мы юзаем? Оружие юзаем. Даже с третьим скорострелом такая отдача маленькая. С третьим скорострелом. Макс, тут спрашивает народ, почему ты свой стрим вырубил. Да я заебался фризить. У меня со стримом что-то фризит. Тебя аж нормально в ППС ты говорил, что... Я не знаю. У меня весь стрим это фризы. Ну, их не видно, конечно, но... И чё, это сильно так влияет на твой геймплей? Фризы эти, микрофризы, наверное, у меня в основном фризит, это вот я начинаю стреляться, всё, фриз, меня убивают. Ого, нифига себе, ну да, это, конечно, неприятно. Не всегда так, конечно, но это я в основном бесящее, ты говоришь. Что влияет, что не влияет. Это вот из-за этого я вырубил. Сейчас я вырубил стрим нормально, 120 FPS. Ты не фризик. Ты Акеми рискуешь? Я тут по коробкам стреляю. А, про прот? Блин, какой-то вопрос, конечно, неправильный, наверное. Про прот, что мы юзаем? Какие процессоры мы юзаем? Снап. У меня Core i7-4770K, снизу в описании написано. А у многих стримеров в описании написано характеристики процессора. В общем, целого компьютера. Это так. То у меня уже процессор, этому процессору 2 года, наверное, так сказать. Так что у меня старый процессор. Сейчас Skylake, который 6700K, вот это хороший процессор. Ну эти тоже неплохие. Там нету других районов. Давай посмотрим. А 43-47, давайте заходить, 3 места. Я зашел. Нет! А короче, останется этот Night Baron, потому что мы же ему не сообщили. По-моему, я останусь. Подожди, я не могу за Дженнис. Блять, мне врагов кинуло на одного. Серьезно? Вы издеваетесь? Да. Ой, лошарик. В смысле лошарик? Я не мог за Дженниса, у вас уже фу. Подожди, а Найт Барон, ты с ним остался? Он тоже перешел. Вот ты, блин. Прошарик. Он даже без тимспика, слушай, он понял, что мы делаем. Да нет, дело не в этом. Я не мог за Дженниса, я не знаю, у меня кнопка была просто. Черт побери. Блин. Ну чё, мы посочувствуем тебе как. Ну, ладно. Мы сами виноваты, мы миссии не бросили. По-быстрому как-то так. Ой, да? Только не надо оправдываться, я сыграю просто. Ух ты, знаешь, кто в этом районе играет? Кто? Финни. Финни? Да, так он закопа. Закопа? Окей. Весело. Чу. Хочу, хочу. Бёрд? Хабьер. Ну чё, мы тебя ждем, у тебя большая миссия? Не-не-не, начинаем? У меня миссия. Окей, да. Один на один. О, это оверлей?
Сейчас быстренько. Просто в источниках добавляешь там картинку. Картинка. И для чата, естественно, плагин, да. Плагин, я не помню, как называется. Скорее всего, в игры враг уже сдался. Это с Twitch Alert плагин идет как раз-таки. А, нет. А сейчас просто. Подожди, скажу. CLR браузер. По-моему, это. Да, это кешинг. Кешем я делал, настроил часть. Ему большое спасибо. А вы в порт ушли, да? Нет, мы в деловой. Отлично. Интересно, с кем Шинни играет. Попадем, все узнаем. Как Октоберфест. Никого нету таких. Ну, это не то, что Октоберфест. Мне просто погрилили, Васпами, пожарили мясо, попили пиво. Нормально провели время. Так. Все как обычно на выходных. Куда-то выбраться на природу, на дачку. А вот до Октоберфеста еще далеко. Ты че, это еще до октября месяца. Блин, такой большой, долго. В женских руках. Сразу две тетки сдохли. На два размера больше, блин. Леха, ты сильно занят, пипец, как нужен. Как я сильно нужен. Ты не поверишь, немцы знаешь, как пьют? Немцы даже похлеще русских пьют. Они наливают себе полстакана водки, доливают туда колы и просто это тупо пьют. Вот тебе немцы. А после этого еще заливаются пивом. Я не знаю, даже я так такой смеси не пробовал и не горю желанием, потому что это жестко. Вы что, меня ждете или что? Нет, у нас врагов нет. Просто вы как-то тихонько сидите. Врагов нет. Я просто не представляю. Полстакана водки, разбавленной с колой. Врагов нету. Да пошел ты. Это вообще не очень. Ой, блин. Не смог убить. И давай. Нет, тут народ покупает абсент 60 или 65 градусов, не помню. Размешивают, пьют. Нет, ну это уже полная ерунда. Не, ну молодняк любит пострадать херней всякой. Да, и дробовик не помогает. Так я об этом же. Тем более... Да? У нас... По ментам. По ментам... Как по ментам? 42. 42. Ну, ментов... 42.50. Вот из-под крана, но это тоже не очень. Из-под крана тут уже, блин, фильтр, там, брит какой-нибудь возьми. Чтобы фильтровать воду, все-таки из-под крана, ну, вода чистая, хорошая, но все-таки не совсем чистая. А за своим здоровьем надо следить. А главное, чтобы была вода хорошая и чистая для организма, для человека. Самое важное в жизни человека — это вода. Воду надо пить минимум 2 литра в день. И хорошую воду.
Пьешь мало воды, ты превращаешься в зомби. Чем напротив, смотри. Вижу, вижу. Зачем он? Мне, чтобы... Так, сейчас я в туалет и к вам. Стреляться со мной, он кидает гранат прям в наглую. Не, кипяченая вода тоже не очень полезна, потому что все свойства воды, ну не все свойства, но многие свойства, которые в воде, кипяченой воде, они убиваются. Так что надо пить свежую воду. Свежую минеральную воду. Без газов. О, видимо, помог напарнику. Германия давно. Еду. Да лол. А, он меня фугой по... Вот, блин. Я-то думал, откуда сзади фуга прилетела. Отлично, он красавчик. И себя убил, и меня убил. Бывает. А, мне тоже... Он дробовик взял, что ли? Походу. Ладно, ничего страшного, сейчас выкрутимся. Просто так как-то... Второй шот немного не попал. Видимо, он 8-5 был. 2-1. Может, ты дробь возьмешь, Дима? Сейчас. Можно. Так, чё у него? А, это вообще кап 40, окей. А вас двое ребят. Давайте только по очереди, я вас жду. Нормально. Выровняйся. Я пытаюсь зайти. Да, Лилу, давай нам тут помощь на четвертый. Так. Мне вот интересно, как кемпинг там собирает по 30 человек на стриме. Никто более 50 набирает. Ну слушай. Ну у него аудитория такая уже. Да, я забыл, что я в тайске. Все, наверное, от человека зависит. Людям нравится его смотреть. У него подписчиков много. А, вот смотри, если он даже стримит другую игру, его смотрит мало людей. И его, у него аудитория именно чисто по APB. Вот он когда APB стримит, реально там много народу его смотрит. Потому что и людям нравится смотреть его, общаться с ним. Как он общается, как он говорит, как людям рассказывает все. Так что... В других играх у него это не получается. Сейчас, момент. Они играют. Нажимай-ка. Хорошо. Окей, ГЖ. Ага, другого дал. Этот ранен, убегает. Так другого дал он.
Хотя, вам не, Кемпингстон не с АБТ стримит, я еще с ним давно знаком. Пытался что-то сказать, но ты не получил. Мы даже когда с ним в пати вместе играли очень давным-давно, когда он был не популярным, он только начинал стримить. Это было года 3 назад. 4 килла. Господи. Ты кому говоришь, что он? Я уже понял. Да ты молчишь. Ты все утверждал от меня, что ли? Да. Окей. Да, он много общается, молодец. Название песни, окей, после эмиссии у нас последняя жизнь. Подожди. Что-то он задумал. А теперь я быстро умер, вот и фак. О, 7-5. А. Земфира Кукушка. Вот он. Ладно, я пойду тогда. Всем удачки, спокойной ночи. Давай, спокойной ночи. Посижу, тебя же может на стриме немножко. Ладно, и давай. Пожалуйста. А кого давали? Там, сейчас скажу. Матинаки какой-то. Он-то Steam. Angry Boss Amon. И какой-то Фугел. Так. Ой, вообще нуным. Дуэйн 1277. Спасибо за фоллоу. А их четверо. Ну, а, ты ж под конец к нам подошел. Не он, другого не он. Фу, блин, я точно. Да, я никак не смог. Инвикта какой-то еще был. Их четверо было. Не знаю. Не слышал ни от каких мужиков этой песни. Кукушка. Не, есть куча песен с названием Кукушка. Похожие, может быть. Я, возможно, и перепела. Интересно. Ну, надо бы погуглить. Да ну ё-моё. А может мужик её перепил? Чё-то мне так кажется. Потому что всё-таки песня очень старая. Вроде вот эта вот старая. Мужика в переходе. Тогда. Да не, я просто давно не слышал Земфиру. Вот, что-то потянуло прям ностальгию. На русский такой рок какой-нибудь старенький. Чисто блин, поэтому. Может, мы его нафиг что ли? Кама. Да район, что это за фигня? 38-46. Ну подождем. Кстати, сколько? Сколько? 30. Скиньтесь мне на ком. Я тебе на стене просто. Нет? Привет, Лексус. Это нормально, Джун, это спасишь. А, Джуна и Клэри. Ну, Клэри, ну, Басина, Джуна и ничего. Кто это? А, чуваки, которые меня очень много раз хейтили. Каким образом меня убило сейчас? Вот, дело говорит, кстати. Послушай, Эмика. Чего себе? А чё тут только ремейкит? Фига себе. Это же не ремейкит. То есть, не, вообще не попал. Ты официально должен пригласить весь КБ. Не попал. Да. Ты сейчас КБшников обижаешь. Вообще просто.
Кимиго на свадьбу моя. Так. Какая пушка более предпочтительна для меня? Дробовик, конечно. Вообще. Моя любимая пушка. Не могу жить без нее. Твою мать, что тут происходит? Окей. Теганый фол почти. А, ну вот у него чуть депрессия. Все, короче, депрессия. Ё-моё, да у тебя там жарко. Шатное. Да, у меня тут что-то их много. Как всё, я у меня уже... нет патронов, меня найдет. Отстань! Патронов нету. Ну что, у нас беда с точками совсем, нифига себе. Ну у нас и враги накапал. Тогда там, кстати, мы левые. Да враги мешают, они тут прям спавнятся. Но... У нас тут сверху на S. Жена из ЕС. У меня сзади. Красть, красть. Жена из ЕС. Я два шота в упор дал этому челу. Что за борода-то? Паун 150 метров. Блин, пятерка. Окей, можно я тебя убью? У меня идут на S. Двое на S. Бля, стрим свадьбу. Блин, опять же. Как Валерианка. Да почему я эти точки дойти не могу? У меня все равно не спаун. Так у меня тоже спаун. 1.85, слышите? Какой-то там черный в повязке. Там наш не видит, что у нас. Черный в повязке 8.5. Я хрен его знает, что там по нику, Дейли или Клэри. У меня джина и сидит АФК. 8-5, все. Добей, все, АГЖ. Вообще просто, шикардос. Блять, на ПМГ вышел с перезарядкой, ёб твою мать. И он. Там, так, там. Тут у меня наверху. Бейся, нихера себе. Умный какой. Waypoint спаун закрывать. Waypoint, окей. Okay. Вот он у меня тут садится в машинку. Приеду. Жена и WN. WN? Клэри от меня едет в 20 метрах. Вижу, приехал. Так, у Акеми там тело. Клэри залитый пул. Нет, я не справлюсь, у меня двое. Вижу, сейчас кину грен. Тут двое, Кеми, отходи, наверху один будет. Окей, вообще красавчик. Давай их не подпускать просто. Там остальные сейчас будут резать, посмотри. Да нет. Лол. А что, 8-5 был залито? Наверное. Тишина. Я взрываю. У меня двое. Слышите, народ, двое. Ай, уходи, бля. Ну это был бин. Блин, что-то я бесполезняк на этой миссии. Да я тоже. Лэри, ну вот. Так, что там написали? Республика Дагестан, город Каспийский. Зал Барзо. Ага. Ничего себе. Да, далековато она, конечно. Терсус, сейчас подождите, три тек, пожалуйста. Я тогда чайник поставлю. Мальчик забыл по дороге, зачем он бежал, но бежал, возмужал, а еще одну.
Эту, да? Так. Просто взять. Давай попробуем с Рсой. Блин, я просто, когда типа с дробью играю, я только с дробью. Потом сложно настроиться на что-то среднее. Ну, попробуем. Вилса. А вот Рса. Хорошо, хорошо. Примем это к сведению. А почему Авет будет на халяву бухать-то? Это как так? Дробаши читерские, по-твоему? Да только миссию дали. Чего себе? Я бы так и сказал. Ну просто каждый придрачивается как-то к своей пушке. Я с Энтеком так. Есть отцы Энтека. Может, ну нафиг эту миссию? Блин, она плохая? Вон золото падает. Просто подляк делать эту миссию. Переточка. Я за тебя сделаю. Земля разбивается. Пинг 300? Или это у меня что-то свернулся? А, вот, нормально. Да, видишь, кто с каким оружием привык играть и играть все время. Не, я, конечно, постоянно с разными пушками играю, я не только с дробовиком. 5 на 4, окей. Ну, просто я с дробовиком себя увереннее чувствую вот, против противников. Допустим, блин, атаку против Энтека на средних, ближних дистанциях, ну это жестко. Даже там, ну Басилас атака просто зажмет тебя, и ты не почувствуешь. Это да. Блин, почини как надо. Макс, тут у меня спрашивают на стриме, ты гусей топил, чтобы жестким быть? Чего еще раз? Гусей топил, чтобы жестким быть. Гусей? Да. Кто-то не до конца понял сути слова гусей топить. Похоже. Вы реально подумали, что ты гусей пошел да. топить? Кто-то реально подумал? Мы все серьезно, да, мы так подумали. Не, с НТК, конечно, в ближнем бою и можно выиграть. Смотря как ты зажал, какая у тебя позиция. А что ты делал тогда? Своего гуся. Надеюсь, намек понятен. Мы сейчас тактично сверху спрыгнем. Как Бэтмен. Джим, ты где наши писюльки читаешь? Ты че на втором мониторе или на оверлей в АПБ? А, на втором мониторе. Ты не офигел, а? О, ладно, офигел.
для этого есть второй монитор, конечно. Я это сделал. Не спавнится на нее. Мама Америка. Давай-ка его. Эй, моя машина. Там напротив сидит, блин, за этой штукой. Сейчас с обеих сидит. Переброшен. Мне если того бы не убить, я бы убил. Я сейчас сдохну. Чувак такой наивный, сколько он там собирался сидеть? Интересно. До конца. Он бы следующий этап там просидел. Дальше ушел на вест. Делай точку. Нифига себе. Качать читал у меня. Я один единственный грузик поклонился. Давай. Вот Найт Барон. Сейчас он кинет мне грузик. Давай. Молодец. Поехали. Забирать третий? Не знаю, можно в принципе. Лучше, конечно, два завести и сидеть на точке. Уже у точки будет Иста. У меня уже. Энье. Энье у нас из. Блять, не было. Опа, прям. Шикардос. Так, блять, как мне прыгать через стену. Погоди, погоди. Я слоупок. Слоупок, дай жить. Кто еще слоупок, да? Ну я говорю, я слоупок. А, ты ну. Да умри. Меня респанулись на я. Один на ЕС. Окей. ЕС. Не видно на ЕС никого. Я понял, иду. У меня где-то на 50 или 62 заходит внутри. ЕС. Блин, меня убили. Ребро пытается грузить. Вейпоинт, смотрите. Оттуда пойдет вейпоинт. Вижу двоих. Ой, блин, зря сюда. Там один тэдэный. Ой, обеи, черт. Фига себе заливает. Заправки обеи. Прям заправка за углом. Ой, обратно. Забей. Ранен, пулька или две. А, он не слышит, на барон же не. Отлично. Да все. Ты его сам оформил. Я думал, он тэганый. Ну, я ему дал пульку одну, но он пригенился.
меня двое приехали. Снова интернет. Ну, у меня никого нет. Они, наверное, вот. 8.5 у меня от заправки перекресток. НЕ. Н, короче. Дайте я вас поубиваю. Давай, давай, давай. Убивай меня. А я под раздачу. А, Фризи, потому что у меня только что проблемы с интернетом были. Просто мне начал убивать на босс. Барон, бот. Я думал, все. Не собьёт. Ну вот сейчас, видите, у меня пинг 160. До сих пор проблемы небольшие. Снова упала. Настроение от крошки от ненавижу 4 точки. Че из-за 99 900 метров. Да, сейчас все хорошо. Вот, смотрите, когда у меня пинг нормальный в районе 30-40, это все хорошо. Только поднимается вот сотка и выше, значит уже все. Значит будет фризить твича. Так, вот нет, уже 200 плюс. Это все плохо. Блин, дурацкий немецкий интернет, это вообще жопа. Не живите в Германии, тут интернет плохой. Не для геймеров. Не молчите в этой рыхлой тишине. Я погибну. Не молчите. Не стреляйте в этой комнате, любовь. Ну, 40-49 вроде неплохо. Будем надеяться, что врагов будет давать. А 300? Так, это похоже на VIP, а Кенни, ты будешь VIP'ом? Согласен? Готов? Ой, это... Ладно. Так, это какой этап? А, второй итог. Ладно. А Клилу, где-то у тебя там точка будет. Я тут закручиваю, ты там подождешь тогда. О, отлично, жди тогда там. Все, Вип, готовься. Окей. Поджарки жопы. Окейшки. А, точка, а кто у нас был на точке F? Барон. Барон. Барончик.
Я тут. О, нам работали? Да-да. А сейчас вип будет Акеми. Акеми, давай куда-нибудь на мостик, да. Бля, кому-то. Ты умер? Да, меня раз... А, у меня по нулям. Короче, даже мне смерть не засчитали. Ворон, походу, меня не так крутит. Надо помогать. Гайк тут. АПБ, проснись. Я АПБ завис. Где, что тут происходит? О, АПБ проснулся. Какой-то жестяк прям. Твою мать. Серебро там неплохо стреляет, да. Манол. Манол, манол. Блин, встречай. Окей. Блять, у меня 50 хп сейчас было. Да, у меня тоже там сильно просело, так столько народу вообще. Давай, как Кеми. Да, вот тут жестко. Меня сильно лагает. Да, здесь лагает. Он ранен? Насколько? Не знаю. Мне жестко. А тут реально FPS, у меня даже до 80-70 падал. Чё мой пинг грёбаный? Интернет. Там наверху. У меня наверху. Давай, Акеми, отползай отсюда. Здесь невозможно. Я отхожу. Да-да-да, а давай в какую-нибудь другую часть города. Аномальная, блядь. О, офигеть, песня, классно. Я снова какими проблемы сегодня пацаны? Нет, серебряшка. А, окей. Ну если ты серебряку не нацелил. Ты щиты заюзать, не уходи. А, хрен на тебя. Еще за АС, на С. За этой херней. В машине. Где вы проходите? Я ни одного еще не вижу. Они сами нас находят. Я помню. Где вы выбросим до конца? Снайпер, фак. А, ну я выбрал, да. Да-да. Я ждал, когда первый полезет наверх. Потому что я видел их двое, не хотел сразу двоих сагрить на себя. Подвези нас. Дёрт, а меня? Вот так. Наш вип уже 120 метров. Теганы, Акеми, кто теганы, пум. Как крыша у меня тут снизу. Меня 7-6 тут на СВ на въезде, ну говорит, короче. Тут он где-то был. Ага, вот. Ой.
Дай, 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 давай его зажарим, зажарим. Ребята, у меня трое. Ой, как бы. Жарим, жарим его. Нет, пусть он твой будет. Ну, блядь. Я пошел тебе помогать. Не хочу участвовать. Ой, мне жопа, ребят. Залитый пол. Да я 8-5, у меня все. Блядь, у меня еще один залез. Бедная гейм. Мы там кого-то жарим, а его убивают. 8-5 еще. Этот был. Так, давай это, в кафешке сюда, кофе попьем. Давай, угощаешь? Да. Не спи, ничего, твою. Ребят, ну вы ВПБ как-то отыграли? Слева, слева, Джим, слева, слева, слева. Да, я понял, что слева. И слева. Имо. Так. Пугающая серебряха. Угу. Давай. Короче, сиди наверху. Сильно ранен. Ну как сильно, три пули. Нет, блин, у меня спасите, полечите. Жесть, сколько их там. Спасите, полечите. Да это жесть, я слушай, за одним побежал, и там сразу со всех дыр повылазили, как тараканы. Блин, или лево. А, нет, ты же не лево. Блин, ты не сливался, не сливался, а тут сразу, о, наконец-то. Спасите, полечите. Ну почему? Почему били он, а не я? Новый интернет. Мой гребаный интернет. Ничего, зрители, не переживайте. Сейчас все пройдет. Это дело минутное. Хоть не слышно, как я жую здесь? Нет, не слышно. Козевал, вот это было слышно. Так. Снова похожий набор. Лево, право, прямо. Я сам выбрал. Друзья, что за миссия? А что сделать надо? Кран-2-кран. А у меня точек нету, был? Точек нету. У меня нету точек. Но... Тебе не надо. Груз у меня. Ребят, это кран-2-кран. Да? О, жесть. О, появилось. Окей, ладно.
Ну и чё? Берите большие машины. Нет. Мне моя нравится. Лилу подобрать. А я на драгулете. Я вижу, вижу. Я думал, Аким меня убьет. Фу. Ни одно тело уже на тачке будет. И главное не вылазь. Нет, нет, не выйдет. Я за ним. Че у него там, дар? Какими? Обеих. Оп, горим. Горим. Ой. А че тут я убил его, а? Ну а че делать все тут? Не убил меня, нифига себе. И все. Блин, ну не вдвоем же, а. Так, это тоже сейчас хоть. Натали. Натали с ХВР-кой. Серьезно. Целина. Блин, ща убьет точно. Откуда сзади чувак взялся? О, черт. А не, все-таки Натали добила. Но я там испугался, вылез так. Там под Натали. Так, ну, надо же мстить как-то. Так. Че, ты Джим не гонялся просто? Нет, нет. Ну, зря. А пока времени просто не было. Надо, надо. Блин. Какая наглая. Dark Flandry какая-то. А он бегающий. Ну хорошо. А Малик уже одного чувака, так что будьте аккуратны. Меня рядышком прямо угроз. Ой. Моё. Ракеты. Классная песня. Вообще один фирм много классных песен. Это да, одна из топов. Хера. Так, так, так. Этот пулемет ранен на 50. Не, не все залил. Слышите? Пулемета. Да. Нам ничего не сделать. Блин. Пока мы здесь. Меня резнулись на вейсе, там пулеметчик. Что, убили? А, вон их вижу. Так, это... Ну, а, сейчас. А на Дали метка, смотри, там, на перекрестке. Какими надо водить? Перекрестки, там, импа аккуратно, смотрите. Бля, меня снапа пробила, сука. Серебро тебе бегает? Да? Да? Фига себе. Мудила, а... сука, после снайпера меня еле убил как. Так он после снайпера. Вот чему он учится. Ч
что ты там делал? Асмаф же взял? Ну нихера себе. Вообще зажрался, чувак. Спасибо за коробочек, конечно. Конченый мразь, а? Да-да-да, давай, давай, давай. Я в тебя верю. А? Для тебя не НТЭК просто. Так. Чёрт, отрикошетило. Вот граната. Моей машине у кого нету? А то вдруг если... Нет, нет, нет. Чувак, у меня даже в игноре листей. Бигбокс? Да-да-да. Он у меня тоже. О, яс. Так, вдруг... А, юр? Видимо, что-то плохое делал. Видимо, да. А зачем он на грузик бегает? Ладно, ладно, хорошо, я красавцы, тебе сейчас вернусь. Грузик без проблем. Так, а, моя машина же горит. Блин, не получилось. Ему повезло, походу. Боже ты мой. Ну да. Но все равно он в мою машину попал. Давайте на меня согритесь. Нет. Я бы не ожидал. Ну, серебряшка, а ты? Что, не успели? Тот чувак взял Алик, потом Асмав, и все равно как-то бестолково это он все юзал. Да, его даже не видно было. Очень популярная песня. Да, с каждым. Ой, блядь. В смысле? Ты настолько толстый, что тебе даже сбросить невозможно. О, Кеми? О, ну, толстый. Реально. Ну, да. Кости тяжелые. Блин, а.
Бейте этого мудака и верси, пожалуйста, он меня только что убил. Правильно, дави. Давай мне, давай, я нажимаю. Да. Профи. И Шиня там замочу. Да. Ты вообще там потеешь прям. Нет, нет. Нет! О, а вот и они. Хотел себе ходжинга? Хотел. Теперь сейчас будет тебе мстя. А, Крим Дела Краем. Окей. Блять. Снова эта же миссия. Снова те же грабли. Почему нельзя пропустить? Да, точно. Nothing changed. Вот совместное было бандом. APB. Сейчас занейдит меня, по-любому. Don't worry. Oh, nothing kill in APV. Я возьму. Поехали. Maybe reskin weapons. One or two. Это настоящий Шейни. Ой, у меня патроны закончились, застрелялся, блядь, бот. Блин, отдайте мне мою ёбаную машину. Твоя ёбаная машина у троих человек, понимаешь? Она просто спасает всю жизнь сейчас. Я через верх зайду, через верх. Блин, на первом. Не закинул. Ой, 8-5. 8-5 там снизу был, которая. Там инфас играет, но... Отлично, граната, прям как я хотел бросил. Я видел, как ты это. О, подожди, а что это, знак не бьется разве? Бьется? Но... Бля, ну ты колобок. Ну он меня, короче, не разбился. Да, ну что-то не так получилось. Вот он меня унизил, жесть. Просто унизил. Почему у меня даже не так? Ну ты. Блин, у меня гренер машина взорвалась. Ты можешь спать? А. Есть гренер, брось мне машину. Уже у нас. Реально. Дохните, хера себе, шо это было? На Кеме валим потихоньку все. На ВН, ВН.
Блядь, внутри у тебя. А, ты что? Я меня убил быстро очень. Он 8-5, знаешь. Бля, мне хуёво сейчас было. Очень горячо. Они на даль, я на близко. И точка на даль. Блин, ты сейчас так не вовремя умер? А я туда лезу. Этот с инфасом как-то. Короче, Кимми меня подставил. Положи в маш... Вот дура. Меня трое. Хера себе. А Кимми? Ладно, я от вас. У меня проблема, у меня 4 тела на одну, на меня одного, почему? Ты что такое, запряжу какой-то, блин? Жейгер. Вы сразу можете. Ручки рядом. Они да, ради одного совсем. Груза решили меня зафармить, окей. Точки в 200 метров, один от одной. Только осторожно, я тебя прошу. Я вижу. Бежи, отлично. Тут своего же убил. Знаете, что это ебанская точка? Ой, блядь, а Кимми, ты куда меня? Ебанская, это в каком плане? А Кимми предатор, блядь. Я виноват, что ли? Ты развернуться, что ли, не мог? Ты видишь, сколько? Так ты видел, как меня занесло? Занесло. Все к вам поехали, короче. Да, у нас уже пошло. Это та точка, которую я только что... Ясно, детонатор, сука и бола, блядь. Блин, откуда этот тиран появился? Сзади, сзади, сзади. Ты там в шине наверху еще. Я убил его, да? Тренинг, да. Может, не повезло, брат. Семь-пять, никто не стреляет. Пять. Я не мог, все, окей. Бежи. Играем, друзья, все. Спауны обязательно надо взрывать. Блин, я не могу сдать. Ой, вот этот... Блядь, сорян. Я
Я пятерка вода. Версик. Прыгай, прыгай, умирай. Как тебе такое на инфас? Машину, машину поломай, пожалуйста. Да, уже. Вверху можешь. Бамны такие, блядь. Это я его контролирую, контролю. Окей, я грустился просто. Надо грузик забрать. Нас заспанили тачку на себя. Кеми. Мне двое. Это. А можешь поджать Кеми? Смотри дорогу, дорогу, смотри, может вылезет сейчас. А, нет, все, забей. Я зря так прям вылез. Там куча, там 4 гранаты полетело, если не больше. Добил, добил. Как так быстро в упор? Пушка. Да не, это нормально. Да фон в упоре меня церпятый перестрелил. ГЖ. Так, ты этого убил? Отлично, супер. Вообще просто. А, у нас все лежит, я думал, у нас... Да-да-да, все окей. Надо последний грузик... А, Кеми занять. На СВ, нет. Далеко. Эти задницы просто... Ранен на 40. Внутри пойдет кто-нибудь, точно. Я крою, лежу. Я проверю, просто прыгну. А. Да, вот, пошел. Блядь, у меня отдача сразу, просто на венку и отдача. А ты винвис. 0 килс? А чё? А, вот смотрите, у нашего чувака 0 киллов. Реально. Он больше набил сколько даже, чем у них на гроны. Слава богу, я думал, их же опять ведут. Я не хотел просто. Спасибо, зелёнка, что перевернул меня. У меня двое на точке, да. Уже трое? Давай. Давай, твою. А, созрел? Давай, есть. На Д еще есть? На Д? А, вот есть, есть. Меня сильно ранит. Рой рехнулся. Друзья. Нет, это не он. Лол. Привет, Николаша. А, это снизи, чувак. Лол, я его так пропустил. Окей. Ага. Привет, ты передал. Че, есть кто? Да, да, у меня двое на С. Я что-то забыл сказать, завтыкал. СВ двое. Аккуратно, они внутрь зашли, двое.
У меня антенна пока. Нет, у меня двое на антенне. Я говорю, двое. Давай второго. Блин, патроны закончились. Блять, у меня трое. Окей. Он залитый. Он крысит. Так, 95, фейд 95. Нет, не видел такого. Че за чувак, а че-то? Да, без понятия. Точка, да. Ой, нет, нет, нет. У меня тут сел. Так, надо нет, его как-то... О, я жив. Нет, гранату не будем кидать. У меня все-таки одна граната осталась. Кого-то ждет вокзал. Кого-то ждет домой. Меня никто не ждет. А, вот так вот. Лучший вариант. Он не ожидал, что... Ну, что ж поделать. Так. А, машина тут. Джим, ты такой вкусный сейчас спустил. Блин. А, у меня дальше на S резнулось тело, слышишь? Да-да, у меня вот здесь один. Кноп, лоб. Я только что кноп видел. Да? Блин, я в него пульку дал. Он в тебя пульку дал? Бля, хера себе, ну он граната 7-5, понятно. Я не знаю, как он играет. Я либо сейчас снап видел, либо это фейк. Не, он меня с гранаты, я ничего не могу сказать. Что сейчас было? Залитый на входе, наезди. Да я знаю, я знаю. Вот про это тело я и говорил. Да, да, да. Ну странно, он туда что-то побежал как-то. Но он снапнулся. Либо фейк, либо. Но он четко на тебя снапнулся. Я работаю. Как я могу с ОПБ деньги зарабатывать, если я только ОПБ и вечером играю? Нет. ОПБ это чисто так. ОПБ стрим, ну, хобби, наверное, небольшое. Так, поиграть, трое. Расслабиться либо в любимую игру. Себе. Почему нет? Ну да, читеров-то хватает. Патроны чё? Закончились у чувака. Чё тут сказать? Ой, ой, погоди, погоди. Сейчас я тебя заберу. Или нет? Он убежал, наверное, да? Ой, ладно, спокойной ночи, пойду я спать. Да? Какая ночь? Да, я уже залипаю вообще. Давай, спокойной ночи, тогда. Какой ночи? А, давай пока. Минутку перерыв сделаем. Давай. Минутку. Disconnected from your channel. Что есть.
Работаю в логистике фирме менеджером. Что у меня такое? Урсус? Ты про оружие? А, тебе уже ответили. Ахиллес. Я тут? Сейчас. Ахиллес уже ответил. Там, когда конец. А, еще пару песен. И на этом конец Земфири. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть песен. Что-нибудь другое включим. Поехали. Может, там это вообще будет конец. Есть Эдберт, Элли, но он с кем-то пати играет, так что понятно. Он не влезет. Прошу, с кем он пати? А, он с Реборном пати, окей. Мяу. Блин, чуть свой ведус не взял. Я так и думал. Вегас. Табер стрелял. Тихо, не бей. Грузики. У меня порезались все. Я умру. Ой, это улетел. Метро на 20. Просто мне не повезло. Короче, с кафешки там все три тела. Блин, залит пункт. Мома. Момоа. Момоа. Давай, твою! О, ясно, я отхожу. Блин. Все очень плохо, он даст груз. Да, сдал. Я пытаюсь снайпера убить, который нет. Только бесит всю эту миссию. Главное, что псигнал меня сейчас не убил. Да, да. Фу, изига. Магзе. Да опять ты, ну что ты замутил? Точка неплохая, ну пускай он там стоит. Так, что у них там? Ясно, и себя. Гротек, Виспер, ага. Они жесткие ребята. Дачи берут. Одной пульки не хватило этому Висперу. Оба. Да я доехать спокойно не могу, блин. Снайпер это сразу. Так, тут что-то надо ближнее и среднее брать против этих висперов. Так, кто там врезался? А, это тело? Ладно. Возьмем, что бы нам взять? Боик. Сейчас вам.
шотить. Он говорит, ты еще виспер в уфа. А ты что-то уже суп там час бегаю, точно? Надо какое-то разнообразие. А это плохо, если он нашего убьет. Это будет вообще очень плохо. Ясно? Недолет. Окей. У меня тело. О, куда ты, дружок? Давай. Ну, давай, можно тебя поджарить. Но я немножко. Вот так. Она где еще нет? Черт, и этот на 85 был. Что за дела? Ульки не хватило, дробинки, кусочка дробинки. От дроби. Вот это да. Ой, да ладно, я же зашел в стену. У них машина, они прыгают с моста, кстати. У них там этот, родильник. Твою мать. Родильник приносит свои плоды. Плоды, точнее. Плоды. Да, да, плоды. Плод, плед еще бы сказал. Блять, пистолет-то не у меня тело в серебрях на С. Чего ты? Серьезно, ты чего-то наивный, что ли? Снова ты, снова, я тебя прошу. Блять. Сука, гори! Лидик. Блин, вроде скорострел, вроде медленно. Блин, эта машина меня настораживает постоянно сверху. Да на НВ уже был. НВ? Окей. 100%. Да, ну... ГЖ? ЖГ. ЖГ, они сейчас сверху повылазят, 100 секунд прошло. Отлично. Мне. Блять, поплел. А, это левый. Это левая. 20 секунд. Это твое, смотри, твое добро. Забирай. Нем. Нем. Ясно. Там все трое идут. А, не все это. Побегаем пока, здоровые. Они все с одного клана даже? Если да. Я, бедный, серебряшку два раза поджарил. Лилу из Украины. Так что опять он и там далеко там от Германии, и далеко... От России. Не, может, от России недалеко. Я помог. Хочешь. Вот странно. За нами? Это странно там. Ясно. Чё? Чё? Ой. Не боишься? Да, ладно. Ну, а что будет храбрый? А теперь боюсь.
ходить. Нормально, давай. А чё у неё так машина рванула быстро? Я только два шота дал. Слишком быстро что-то. Я и думаю, как? Я, блин, думал, ещё секунд. Секунд 5, наверное, надо попросить. Так, надо барон с клана вошёл. Нет, этот друг. Знакомый, наверное, так. Привет, мистер Зло. Ниландер, потому что это самая лучшая машина для партийной игры. На Вегасе я тоже порой катаюсь. Вегас у меня есть 4x4. Но все-таки в пальце должен быть какой-нибудь пионер, какая-нибудь такая мега машина. Эти машины здесь. Без этого никак. О, это мое? Yes. Это мой фраг. Можешь резнуться у меня в машине? Походу это твоя машина, сейчас да. Это твоя машина. Нет, просто у тебя никто не. Давай зарашим этого хрена. Да. Блять, их двое, кого ты, блядь? Меня заставили. Да лол, этого только убили, он уже тут на перекрестке сзади резнулся. Отлично. С нами, блин, какой-то левый ехал, он меня, короче, толкал, я не смог никого даже тэгнуть. Я бы убил того второго, который тебя заставил. Да я бы хоть кого-то убил, если бы меня не толкали левое. Так, это же не взять машину. Ладно. Поедем на этой. Тикес Тим. Где было? Это этот пишет. Мой кар прям тут вообще шикарно. Рандом. Отлично. А нет, что? Какой раз взялся? Думал рандом. Странный тип, уехал вообще в другую сторону. Слушай, он реально стабит моментально. Он в меня выстрелил. Да. Подбери мне её на этом. Сейчас стрёмный тип какой-то. Бля. Он только вышел, он меня сразу засадил стабой на 8.5. Значит, 100% говорю, что он снапнул. Да. Понятно. Как он юзает эти читы, я не знаю. How? Или на постоянку? I don't know. EPP. Не возможно было снапнуться, вот. Good optimization. Вот так. Причем точно попасть, наверное, в себя, через стену. Это был сарказм. Ты не понял. Ну давай этого чудака заберем. Ясно. Оп-пак. Прям есть. Так, это саба там, я да? Я поеду его заберу. Ай, меня сзади где-то забирают. Ты здесь машину убегай. Давай. Заберешь его? Забирал. Я к этому поеду. Забери как-нибудь, у нас тут машины. Ну, лады заберу, конечно. Кроме их ботовских. Да? Ладно. А, он... Говод, не, лучше его забрать. Да. Так, надо их по одному как-то вон это. Вот читер надо. Еще его лагает. Как
Жди в машине пока. Я. ГЗ. 52. Ну почти 60. Вот это он зря сделал. Го, читер вам. Вот это вот зря. Окей. Нет, 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 нет. Под гранаты. Окей, я попал гранаты. У меня один патрон, бля. Жесть, как он там спрятал. Фу, падла, крысит. Молодец. Так, машина. Могу вот закинул. Не, нормально, нормально. Блин, только я люблю с дробовиком на своей машине, под себя как-то контролирую. Окей. Блять, не вижу, не могу. Мне блин, машина перекрыла просто. Ну он вышел, он меня слил за секунду. Я как лох, короче. Я в него дал две бюрсты, и он там был на 70. Жалко, что его не убил. Яблочек. Ну, хоть так. Прикольно же. Впервые услышу. Ага, точно. Первый раз его джингл услышу. Иду на вас. А, этот чувак хорошо стреляет, кстати. Руба, руби. Ланик Сакс. Че, нам дали? Руберо. Да, дали. Короче, два, походу, другана, один с вас, второй его друг. Хорошо, хорошо. После этой миссии или как получится? Лады. На мост один поехал. Ну давай ты со мной, чё, нашего как нибудь задавил сразу свалил. Господи, что за... Чё-то этот Руберо вообще такой секун. Выйти, нормально выйти по толпе. Ну чё, сюда запрыгнуть нельзя никак? Так. Так, они приехали. Одно тело. Это просто... Я не знаю, если это вас, то это беда вообще, а не игрок. Ну, друг, наверное. Давай, выходи, чувак. Как можно. Ожидает. Блин, боюсь, что сверху зайдёшь. Ой, полмиссия, да. Пол этапа от меня убегал. Опа, опа. Окей. Он меня увидел, походу. Ну ладно. А может и нет? Да, точно увидел. А. Да он какой. Твердый. Постой. Айдун. Алло, они или ливнули, или... Да нет.
кино. Ливнули скорее. Вот сейчас я руберу еще с этой ПК-шки. А, ПК-шки, окей. Ну, я его забрал. Пара-па-пам. Пара-па-пам. Ну блин, так скучно, нахрена так играть? Сколько там времени остается? Минут. Металл, ты. Ой, это последняя песня Земфиры, мы тогда... О, сейчас мы то включим. Ладно, тоже Windows выйду пока что. Смотри, там Руберо какое злое существо. Чё, пишет что-то? Пишет fuck you, man. А, так уже давно написал. Да, я такое видел. Там спать, наверное, скоро валится. Да-да-да, конечно. Да, это такое дискотечное. Хаос. Что-то типа. Или о, я мясо сейчас путаю. Сейчас будет, мясо, почти. Это смешано хаос, транс. Больше на транс похоже. Красавчик. Заглядение смотреть на ПК. Че, Урсу возьмем? Все как обычно. Короче, как-нибудь так. Пусть стоит эта машина. Это ты про кого? Брат Ахмеда, да кто? Блин, а мне чё, фраги не дадут? Чё они там сами себя называют? Нет, мой! Я хочу его! Я хочу хотя бы фраг! Ахмед 0001, точно. Я просто так как-то не вчитывался в ники. Походу надо спать. Походу да, чё-то вообще как-то вяло. Ну мне хотя бы один фраг. Да хотя бы ассистик.
А еще если бы сжечь. О, меня здесь. Жги, жги. А, ну, жги. Короче, у меня палец просто заело на кнопке. Я бы его на себя лучше подпекал. Ну, можно было, я не против таких ситуаций, но что-то как-то вовлекся. Мне нужен был один килл просто. Не стал рисковать. У меня серебряк. Ага. Давай сожжем вдвоем. Давай сожжем. Жги. Сильвер, ты знаешь, какое твое предназначение? Так, он на меня отвлекся, смотри, давай, жги. Подходи, его. Подходи. Давай. А, ты так начинай. Так? Не убивай меня, только не убивай. Конечно. Че-то вообще как-то изи. Даже не почувствовал. О, тут мой патроночек. Так, кто-то мимо проехал. Окей, сверху, сверху, сзади, сзади. О, меня внутри. Еще и внутри. Офигеть. Да, он тегана, 2 или 3 боли. А, блин, это мало. Ясно, хрен. Ничего себе, смотри, они там ждут. Прям. Да, они там исполнились. Прям вообще, не хотят сдаваться. А мы-то думали. Все. Easy win. Да, такие. Бля, вот ты где слышишь, ё-моё. Чёрт, он уже сзади вылез, вот говно. Слушай. О, отлично, правда. Ну, Васик убивали? Да, отлично. Чё, может заканчивать будем на это? Да, можно. Можно, можно. Сколько мы там сыграли? А, мы же район меняли. Ой. Давай тогда, спокойной ночи. Спокойной ночи. Disconnected. Так, ну что, хочу сказать всем спасибо, кто смотрел сегодня меня, и спокойной ночи.